Наконец-то тайник открыт. Мёд ждет меня внутри. Хави, я слышала шум, и что ты здесь делаешь? Хотелось поговорить с тобой наедине. У меня есть кое-что. Подарок. Мне? Спасибо, но зачем? Судьба, Гунлёд. От нее не сбежать. И нам двоим суждено быть вместе, здесь и сейчас. Нам? Почему? Как это странно. Норны плетут свой узор, и у нас нет выбора. Наши судьбы переплелись. В этом нет ничего странного. Твои слова, твой дар, твой удивительный взгляд. Я не понимаю тебя, Хави. Совершенно. Смотри и слушай. Я все тебе покажу. Смогут ли асы с его помощью избегнуть судьбы? Хюрокин будет ждать меня у колодца Мимера. Я радушно тебя принял. И вот чем ты решаешь мне отплатить? Ты все же был на перу Локи. В другом обличье, еще бы после всего, что натворил. Я должен был предупредить свой народ о твоем обмане. Сутунг, покажи асу, как йотуны карают воров. Да, тебя ждет смерть. От нас не сбежать, Хави. Что стало с моей дочерью? Сука. Нужно укрыться. Thank you.
жил слишком долго, чтобы миловать воров. Твои кости хрустнут под моей пятой! Легко, Санки. Радуйся, что твой мед достался мне, а не Локи. Я пекусь только лишь о безопасности ванов и асов. Ты изменишь множество судеб, Хави, но не свою. Посмотрим. Хюрокин ждет у колодца Мимера, а с подлым обманщиком я разберусь в другой раз. Смотри, Сюнин.
А вот и те, кто вызвал бурю. Что же это вы? Мы желали отмщения. За клад сердца, клад ветров! Трижды мы просили руки Гунлёд. Трижды просили выбрать одного из нас. И трижды рожа моего братца отвращала ее! Это твоя рожа! Мы близнецы! И вы вызвали метель из-за того, что вас отвергли? Она бушует, как буря нашей ярости. Как боль тех, кто обманулся в любви. Вам отказали. И точка. Прикуси-ка язык. Думаешь, вы асы лучше нас, как и она? Пора тебе заткнуть пасть. Если хочешь, попробуй. Небо очистилось. Метель наконец Мимера питает корни дерева Игдрасиль. Я близко.
Ты куда храбрее, чем мне казалось, клятва преступник. Как ты посмел прийти сюда? Клятва преступник? Я лишь отплатил тебе за сына. Все честно. А Сутунг? Как же он? Не вини меня в своих проступках. Мед украл не я. Все ради моего народа, Локи. Ради асов, ванов, всего Асгарда. Но не йотунов. Не меня. Ты пустил йотунов в Асгард. Сколько асов погибло из-за твоего проклятого щенка? Здесь его ждала беда. Йотуны знали, что он такой и чем должен стать, как и ты. Тебе поклялись, что его не тронут. Это правда? Пока да, но ты не успокоишься, зная, что, убив моего сына, избегнешь судьбы. Отпусти его, Хави! Отпусти Фенрира, или, клянусь, я убью тебя! Твои слова, что ветер, лжец. Что ж, можешь попытаться. Сын освободится от пут, который уничтожит весь Асгард. Надеюсь, бьешься ты не хуже, чем лжешь! Хотел убить меня! Я этого не прощу! Зачем ждать Рагнарёка? Умри сейчас! Будь ты проклят, Локи! Мы были как братья! Не жди пощады, Локи! Ты зашел слишком далеко! Может, ты сильнее, но я всегда был проворен! Вот ты проклят, Локи! Мы были как братья! Мимера питает корни дерева Игдрасиль. Я близко. Клятву... Тебе... Твои слова, что ветер, лжец. Что ж, можешь попытаться. Может, ты сильнее, но я всегда был проворней. Надеюсь, бьешься ты не хуже, чем лжешь. Рагнарёка, умри сейчас! Будь ты проклят, Локи! Мы были как братья! Но...
Не жди пощады, Локи! Ты зашел слишком далеко! Я скормлю тебя Фенриру! На этом все? Сдохни, Хави! Тебя сгубило твое недоверие! Прочь! И не показывайся больше! Я не в силах изменить себя! Все предначертано! И все повторится! Но тебя здесь уже не будет! Зря ты так думаешь! Игра не кончена! И никогда не закончится! Исчез, наверняка замыслив новый обман. Но покажется на глаза не скоро. Вероятность успеха высока. Расчеты дают нам надежду. С кем это ты говоришь? Мед у тебя? Да. Выпить его сейчас? Пока нет. Когда выпьешь, твоя хук взлетит и закрепится. Пей, когда приблизится час твоей гибели. Тогда зачем мы здесь? Когда минует Рагнарёк, это место останется. Останется, как и память. Мудрый Мимир, хранитель колодца, дай мне совет. Ты найдешь бессмертие, к которому стремишься, в этих водах, но есть цена. Как и всегда. Сам по себе мед бессилен. Чтобы он обрел мощь, в него нужно добавить воду из колодца Мимира. А перед этим... напитать воды колодца кровью Аса. Он должен познать тебя, чтобы запомнить. Пожертвуй часть себя водам, что питают мировое древо. Тогда и получишь желаемое. Гонлет сказала, что мед несет хаос. Так какова цена? Кровь Аса напитает воды, и бедные люди в Мидгарде изменятся навек. Никто не знает, как именно. Других это страшило, но они слишком сильно пеклись о жалких червях. А если я принесу жертву, что дальше? Мировое древо спасет тебя от гибели. Твое тело умрет. Но Хук продолжит жить. И позже ты переродишься в новом мире, восставшем из пепла мира старого. Ты поручишься за это? Придется. От этого зависит жизнь моего возлюбленного. Это единственный выход? Да. Похоже, выбора нет. И не было. Скажи мне, что ты согласишься отдать, чтобы разбить оковы судьбы? Отдашь ли язык, руку, зрение? Это и много больше.
принесена. Мировое древо запомнит каждого, кто вкусит мед. А ты? Чем ты пожертвовала? Свободой. Сутунг и Гунлёд не простят мне этого. Будут охотиться за мной по всем 9 мирам. Кто они тебе? Были времена, когда мы правили втроем. Отец, мать и священный голос. 6 раз мы пытались предотвратить Рагнарёк, и 6 раз потерпели крах. Мёд — 7-я попытка. Но они боялись, что от него пострадают люди. Мёд спрятали, а меня изгнали из Утгарда. И теперь, благодаря тебе, мёд снова у меня. Это прах моего мужа. Он тоже принес жертву ради знания. Изменив мед, я смогу исправить несчастье прошлого. Делай, что хочешь. Хватит с меня этих проклятых земель. Мудрый, добрый, любимый, и я тебя не подведу. Мой долг исполнен. Вернусь в Асгард и спасу свой народ. Yeah!
Оказалось, ты совсем не боишься высоты. Кажется, помню себя на крыше. Как мы втащили туда повозку. Мы что, собирались куда-то плыть? По бурным водам моря Эля к земле? Нет, не помню. Славная вышла пирушка. Но все целое. Кроме моей головы. Дочери Эгера, щедрой хозяйки. Теперь расскажи, что удалось увидеть. Нечто странное, Волка. Я вижу и познаю больше, чем могу понять. Продолжай. В Йотунхейме я смог найти волшебный мед. Мне обещали, что он поможет, что спасет меня от гибели, от разрушения миров, от Рагнарёка. Я надеялся позабыть о самой смерти и прожить много веков. Интересно. Больше видений не будет? Они еще не кончились. Что-то зовет меня обратно в Асгард. Зелье готово и ждет лишь тебя. Thank you.
Норны сказали, что ты здесь. Привязь готова. Глейпнер ей имя. Верно, не в простом бою получена эта рана. Расскажу в другой раз. Спасибо тебе. Как свяжешь зверя, не оставляй концов. Привязь станет короче или длиннее, как нужно. Удержит ли она? Зверь будет рваться. Чем крепче ты ее затянешь, тем крепче она будет держать, и тем больнее, пока зверь не падет на землю. Спасибо, Ивальди. Можешь идти. Из Асгарда, ты хочешь сказать? Мой долг уплачен сполна? Да, как обещано. Спасибо, Хави. Я не думал, что ты запомнишь. Куда ты пойдешь теперь? Вернусь в горы Свартальфахейма. В наши горы. Искать сокровища земли, ибо в том мое искусство. Осмотрись вокруг. Тюр, ты здесь?
Хари. Вот отрада для глаз. А что случилось с твоим? Стал платой за кое-что подсильнее. Волк где-то здесь? Да, но он вырос. Я старался утешить его, но зверя мучает неведомая мне тоска. Таков его жребий. Мне сразу стало ясно, что этот волк – вестник беды. Сперва он был добрым зверем. Но наше недоверие и жестокость лишили его радости. Добрее было бы убить его. Время такого милосердия миновало. Теперь он так силен, что нам и вместе его не одолеть. Боюсь, им завладела сила, что делает его вечно живущим. Значит, предложим ему иной выход. Это Глейпнир, неразрывная привязь. Убеди его принять ее. Это волшебная привязь, и чары не дадут ему причинить вреда. Так ассам, что боятся его, будет легче. Это всего лишь символ. Бедняге Фенриру не будет вреда. Фенриру? Ты знаешь его имя? Локи сказал тебе? Да, он. Славное имя. Да, обитатель болот. Ведь это и есть его жребий.